Единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая – это лезть в горы, собирать его. Но это шутка из интернета, а если серьезно, то пришла весна, и многие начали худеть к лету. Если вы из их числа, то сегодняшний выпуск программы «Республика» как раз для вас. В Центральной городской больнице открывается школа снижения веса, и об этом будем говорить сегодня с ее руководителем, врачом-эндокринологом Татьяной Маркеловой. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вообще решили организовать такую школу, школу снижения веса? Вообще за всю свою рабочую деятельность, трудовую деятельность, 20 лет я уже, в принципе, занимаюсь такими пациентами, как врач-эндокринолог, то есть индивидуально на приеме. Но когда в 2011 году я работала заведующей поликлиникой Республиканского эндокринологического диспансера, ввиду очень большого количества людей с избыточной массой и с ожирением, я решила все-таки организовать эту школу снижения веса, прошла обучение в городе Казани, посетила в Москве эндокринологический конгресс и после этого начала заниматься уже групповыми занятиями. И мне очень нравится, когда пациенты получают положительный эффект, то есть снижают вес и приходят благодарными, счастливыми лицами и говорят: доктор, а я вот на 9 килограмм похудел, я на 11 килограмм похудел. Поэтому это очень такая актуальная задача сейчас. Этих пациентов становится очень много, и каждый третий человек в мире и в нашей республике, в том числе, значит, обладает избыточной массой или ожирением, страдает ожирением. То есть мы как бы чуваши, да, она в такой в общей тенденции. Вот я зачитаю, недавно российская газета писала, что доля жителей России с повышенной массой тела достигла почти 2 миллионов человек. При этом реальные цифры могут значительно отличаться от статистики в худшую сторону. И по мнению диетологов, одна из основных причин ожирения у россиян – это отсутствие системных знаний по вопросам здорового питания. А скажите, неужели действительно это так? То есть вот скажу на своем примере. Мне кажется, что я знаю все, что нужно есть, и что не нужно. Да? Нужно исключить там сладкое, мучное, жирное, жареное желательно, побольше овощей, определенное количество там нежирного мяса. Или я что-то не понимаю? В принципе, я с вами полностью согласна. Основной причиной ожирения – это, конечно, переедание. Да, это когда энергии в виде пищи поступает больше, а расходуется меньше. Другие моменты – это уже как бы предрасполагающие, в том числе и наследственность. Если все-таки школу ведет не просто диетолог, да, а врач-эндокринолог, то есть, как вы сказали, да, только все-таки не только в питании дело. Не только в питании дело. Могут быть нарушения гормонального фона. С этого мы и начинаем. Сначала проверяем основные показатели обмена углеводного, то есть сахар проверяем, холестерин, давление проверяем, проверяем гормональный статус у пациента. Только потом начинаем мы с ними лечиться. То есть получается, что все ученики этой школы, да, когда придут, это будет не просто лекции, занятия, да? Вы сначала не сдадут действительно анализы. Однозначно так, да. Мы с ними в виде беседы все эти 5 занятий, которые запланированы в этой школе, будем в виде тренинга, в виде беседы проводить. По ходу нашего, значит, наших занятий мы с ними будем проводить и анализы. Анализы не только из вены, анализы крови будем сдавать на те показатели, которые я назвала. Мы у них еще будем проводить биоимпедансометрию. То есть состав тела будем определять, сколько же в организме жира и насколько нам нужно с ними вместе похудеть. Вот тогда следующий вопрос. Действительно, иногда человек весит больше, да, например, но выглядит при этом стройнее. Ну, говорят, что, например, там это мышцы, да, состав жира, например, жира меньше в организме, мышцы больше, они тяжелее. А вот как вообще определить, есть ли у человека лишний вес? Лишний вес можно определить по формуле индекса массы тела. То есть вес делим на рост метр в квадрате. Если этот индекс выше 25, но меньше 30, это пока избыточная масса тела. А если выше 30, это уже ожирение. Еще раз, ага, формула, напомните мне. Формула индекса массы тела – это вес в килограммах. Вес. Делится на рост метр в квадрате. На рост метр в квадрате. То есть, например, 1,60, если 1,60 м, да, да, вот, да, в квадрат. Да, вот, да. Так. Вот, уважаемые телезрители, определяете, лишний ли у вас, лишний ли вес. Это утвержденная форма, но сейчас вот более, значит, мы склонны к тем показателям, когда объем талии мерим. Бывает, что индекс массы тела неплохой, там 26, а объем талии выше показателей, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Это желаемый результат, желаемые размеры индекса массы, объема талии у женщин меньше 80, а у мужчин меньше 94. Если выше этого, все эти пациентам тоже надо заниматься, чтобы не развивалось ожирение уже в более такой сложной степени.
А вот каким образом будут, как часто будут проходить занятия, в какое время? Занятия будут проходить 2 раза в месяц, в 17:00, в 1-й и 3-й четверг месяца. Мы с ними будем заниматься где-то 2,5-3 месяца. Потом будем встречаться через полгода и через год, чтобы, значит, понаблюдать, как у них вес, масса тела держится. Если будут занятия проходить, например, да, 2 раза в месяц, 1-й, 3-й четверг, да, насколько я поняла, какие-то домашние задания будут? Да, домашние задания они будут получать. Мы с ними будем разработать дневник питания и будем вести, считать калории и писать все физические нагрузки, которые они вместе с нами будут делать. Все это будет контролироваться. Самоконтроль должен быть. Мы их будем стараться обучать, чтобы они дальше могли жить. Ведь ожирение – это хроническое заболевание. Мы хотим, чтобы у них была мотивация на долгосрочное лечение, чтобы они понимали, что этим курсом лечения у них не закончится. Они дальше вот те навыки, те знания, которые мы, значит, передадим им за время курса обучения, чтобы они продолжили и жили, и исправляли свой режим питания, свои, значит, пристрастия к еде. Вот это, мне кажется, на самом деле самое сложное. Вот от себя тоже скажу, да? Если я понимаю, как нужно питаться, это ведь нужно делать всю жизнь оставшуюся, да, чтобы поддерживать вес. Это самое сложное. Как вот замотивировать себя, да? Потому что когда булочка, она вот здесь, она прямо сейчас вкусная, а стройное тело, оно еще где-то там очень далеко, и до него там нужно еще трудиться и трудиться. Подскажите, вот буквально в двух словах, да, как замотивировать можно себя? Вот такой мини-анонс ваших занятий. Просто нужно жить и соблюдать правила тарелки. Я всегда говорю, да, правила тарелки, это еще древние диетологи рекомендовали. Всегда, прежде чем есть, начинать, хоть завтракать, хоть обедать, хоть ужинать, надо начинать с стакана воды. И объем пищи, объем порции 50% должно состоять из овощей, 25% это гарнир наш любимый, и 25% настоящего белка. Белок это мясо, рыба, творог, яйцо. И между этими приемами пищи всегда стараться пить воду больше 2 литров в день. И больше двигаться. Каждый день 40-45 минут двигаться пешком, ходить. А вот такое, я слышала тоже эту версию, не знаю, насколько она устаревшая считается, да, что нельзя смешивать, например, воды попил, нужно подождать полчасика, чтобы поесть. Или это уже считается неверным утверждением? Это, можно сказать, не совсем правильно. Можно есть, пить сколько хотите воды до еды. Самое главное, после еды минут 20 не надо принимать воду. Только минут через 20-30 можно пить воду. Почему так? Это мы, если мы сразу после еды пьем воду, мы разбавляем все ферменты и пищевые соки. И процесс пищеварения замедляется, затрудняется. Понятно. Воду пить нужно до еды, чтобы подготовиться к процессу пищеварения. Вот многие те, кто худеет, я знаю, что у них такой момент есть. Они говорят, вот от чего угодно могу отказаться, но вот, например, от шоколада там ни за что. Вот можно ли радовать там себя, да, иногда вот самым любимым блюдом? Или если мы уж решили, да, что мы ведем здоровый образ жизни, худеем, то никаких поблажек. В принципе, они потом могут есть все. Просто надо правильно распределять это. Углеводов в основном больше нужно есть в первой половине дня. И вот эту шоколадку любимую можно на завтрак поесть. Ничего страшного нет. Потому что то, что мы едим до обеда, это все уйдет у нас на работу мышц. А то, что после обеда, это у нас, как правило, откладывается. Вот видите, уважаемые телезрители, у меня очень много вопросов, несмотря на то, что я думала, что я знаю, как, в принципе, правильно питаться. Я думаю, что эти все вопросы вы как раз и будете обсуждать, да, с вашими учениками. Занятия начинаются уже 14 марта, да, это в предстоящий четверг. Те, кто не сможет или не успеет подойти 14 марта, смогут ли они присоединиться к вам позднее? Можно будет через 2 месяца записаться заранее в группу, чтобы они вошли, и мы с ними уже отдельно будем заниматься. А завтра, на завтра уже группа собрана. У нас на сайте нашей больницы есть номер телефона, можно позвонить и записаться. Или на 3-м этаже поликлиники у нас кабинет 353. Ну что ж, уважаемые телезрители, у вас есть время, записаться можно по телефону, который вы сейчас видите на экране. Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю о школе снижения веса. Мы сегодня говорили с ее руководителем, врачом-эндокринологом Татьяной Маркеловой. До свидания.